стенах учебно-методического центра Голицына прошел форум добровольцев. Участниками стали 60 волонтеров Подмосковья, а организаторами – Одинцовский молодежный центр и региональный ресурсный центр Одинцова при поддержке окружной администрации. Мероприятие было организовано с целью содействия развития волонтерского направления в школьной среде, обмена опытом и лучшими добровольческими практиками, а также развития навыков социального проектирования среди школьников. Участников ждала полезная, образовательная и развлекательная программы. Все разработанные в рамках форума проекты были поддержаны экспертным сообществом и предложены для реализации.